Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Это Бора-Бора Бич Клаб называется место. И сейчас мы с вами сделаем небольшой обзорчик на всю эту территорию. Что здесь интересного есть, как тут можно отдыхать. Я вам об этом во всем сейчас расскажу. Вся территория построена вокруг вот такого вот бассейна, в котором люди приходят, купаются. И отдельно у каждого есть свой лежачок. По номерам можете положить туда полотенчика, которые вам также выдают здесь на ресепшене. Также есть место, где можно перекусить. Менюшку вам выдают, заказывайте себе кушать. Для детей здесь есть вот такая вот детская зона. Это что-то типа мини-детского аквапарка и очень удобно вот лягушатничком, в который можно скатиться с горки, переворачивается водичка, и дети тут себя чувствуют прям, ну, очень хорошо. Помимо лежаков здесь можно снять вот такого вот вида бунгало, в которых тоже можете отдыхать. Туда дальше там находится уже отель Бора-Бора. А мы на территории именно Beach Club. Видите, вот тут девочки приносят и покушать в эти бунгало. То есть люди отдыхают по полной программе. Здесь вот такой вот бассейн для дайвинга, очень глубокий, с красивым рельефом. И действительно можно поплавать с маской. Там будет довольно-таки интересно. Услуги массажа. Можете получить его. Ах, как бы сейчас массажка хотелось показать вот отсюда. То есть там настоящие такие как бы затонувшего города части. Вот парень плавает, разглядывает их сквозь маску. Ну, честно, очень красиво нырял, мне понравилось. Вокруг большого бассейна тоже стоят лежачки. Есть два острова. Левая, с правой стороны можете увидеть. То есть можете прям с них спускаться вниз. Везде фонтанчики, есть гидромассажи. Сейчас здесь идет активность, то есть будет водное поло, в котором можно поучаствовать. Участников, которые там будут сегодня отжигать по полной программе. Также можно покататься вот на такой серф-доске. Это мастер, который вас поставит, научит на ней стоять, и я думаю, что вам понравится. Мы в прошлом году пробовали, было, ну, очень круто. Играет музычка, музычка такая задорная, прям под нее хочется потанцевать, ну, и барная стойка такая большая. Мы сегодня собрались для того, чтобы с ребятами провести вечер. Здоров, здоров. У Джаника день рождения, ему стало 34 годика. Твое здоровье, брат, как говорится. И сейчас будет водное поло, друзья. Ну, вот так вот можно подойти и немножечко выпить за здоровье Джаника и ваше здоровье. Кайф. Установка, я так сказал, друзья мои, по кайфу. Так что места в Анапе есть, где можно отдыхать и получать просто, ну, бешеное удовольствие. Тут, по-моему, ребята бьются, они на жизнь, а насмерть стараются цепить как могут. Так, смотрите, мужики бегут. Мимо. Для тех, кто любит более тихий отдых, есть еще и вторые этажи, друзья. Ну, по ценам, ребята, можете посмотреть, что здесь сколько стоит. Покушать есть что. Пишите обязательно в комментариях, как вам. А это коктейльная карта. Если что, ставьте на паузу. Вы можете посмотреть, почем здесь алкогольные напитки. Ну, либо чисто ганом чего-нибудь. 4-3. Ребята продолжают тут бороться за победу. Прям не на жизнь, а на смерть идет такая тема. Реально, битва не на жизнь, а на смерть тут, ребята. Я здесь. Давай, пас, подача. Вот это да. Заболел. О, почти попал. Ну, мужикам есть чем заняться, это прям очень хорошо. Смотрите, идет подача. И кому. Давай. Есть. Так. Кому давать? Оп. Ребята тут с нами отдыхают, ребята с Краснодара, красавцы.